Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем с парочкой вот таких вот канцелярских зажимов. Приспособление делается на скорую руку, прям быстренько. Оно принесет огромную пользу и скорость в работе. Так что давайте посмотрим видео. Всем приятного просмотра! Поехали! Также нам понадобится кусок ровного какого-нибудь материала. В моем случае это будет остаток ламината. Старый обрезок, 9 мм толщиной. Ламинат у меня уже отторцованный. То есть все ровненько. Первым делом я сделаю разметочку 10 сантиметров. Теперь кусочек отрезаем. Также мне необходимо убрать вот эту выемку. Теперь мне необходимо сделать разметочку 9,8 сантиметров. Это уже высчитанная такая вот. И также его обрезаем. Получился у нас такой вот кусочек, 10 на 9,8. Стрелочку сразу поставил вверх, чтобы мне не ошибиться. То есть будет это выглядеть вот так. Сейчас нужно будет сделать два отверстия. Я накерню и буду использовать такое сверло по керамике, потому что искаленный металл все-таки обычные сверла не берут. Теперь примерно по центру выставляем, смотрим, чтобы было плотненько. Вот так вот. Сзади делаю так подкладочку, чтобы она более плотно прижималась. И теперь сверлышком делаю отверстие. Использовать буду вот такие вот саморезы. Они, правда, длинноватые, но мы это обрежем. Покажу как потом. То есть я теперь просто вот так вот возьму и в тисочке подзажму в саму прищепку. И при помощи ушей просто-напросто обрежу. У нас все гладенько, все ровненько. Мы сделали сейчас за 5 минут буквально 4 зажима вот таких. Два до этого я уже сделал, я ими уже пользовался. Вот решил еще добавить еще 4 штуки. То есть смотрите, мы делаем все, чтобы они у нас были четенькие, все в один размер. То есть вот таким вот образом. Высота у нас у всех одинакова. Ширина не играет в принципе большой роли. Пойдемте пробовать, для чего они нам нужны. Так, друзья, подшиваю Halberg Technicolle. Вот такой вот цвет. Красивый. Называется он бельгийский. Длина метр, ширина 250. 2,4 где-то примерно миллиметра толщина у него. Есть защитная пленка, которую при монтаже необходимо будет демонтировать. Может, кому-то пригодится, кто будет работать. Можно быстро смонтировать 5 плиточек, прям вообще за 5 минут. Берем с вами, устанавливаем. Я уже подготовил, пленочку сорвал, защитную. Вот так вот теперь берем. И можно бить. Нижняя переезжает. Берем следующий кусок и погнали.
Так, сколько? 3 минуты 5 панелей. Разве не супер? И пошли можно дальше. Куда дальше? Также все можно идти смело. В шовчике все одинаковенькое получается, все четко. Друзья, так что получились у нас вот такие вот скрепочки. Всем советую сделать. Очень, ну, кому это нужно будет, то будет обшивать халбергом. А, мне очень понравилось, и процесс идет очень быстро. Все ровненько, швы выдерживаются, и можно делать быстро-быстро в одну каску. Это очень удобно. Так что, если вам понравился данный выпуск, обязательно палец вверх. Пишите ваше мнение. Вам же я желаю всем крепкого-крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.